Ситуацию с льготным проездом харцизян в городском общественном транспорте прокомментировал начальник транспортного отдела Харцизской горадминистрации Роман Маргун. Право на льготный проезд имеют категории все, которые сейчас есть на данный момент. Они вывешены в каждом транспортном средстве, там около 20 категорий. Все перечислять не буду, но хочу сказать отдельный вопрос, это по детям, по проезду в нашем городском транспорте. То есть проезд по городу бесплатный, это дети первых-четвертых классов, это у нас в автобусах и в троллейбусах. Скидка 50% у нас идет для учащихся, это студентов ПТУ и техникумов. А также есть скидка 50% учащимся 5 и 11 классов, но только в электротранспорте, это в коммунальном предприятии нашего города. Потому что идет выплата дотаций на данный вид коммунальных предприятий. Что касается частных перевозчиков, то на данный момент выплата дотации не производится, поэтому этот вопрос сейчас очень остро стоит между Министерством транспорта и Министерством финансов. Он обещает, что в 2016 году в начале этот вопрос решится и будет выплата дотации, поэтому будет в транспорте проезд всем льготным категориям населения.